Ребят, на создание видео у меня уходит очень много времени, поэтому попрошу, пожалуйста, поддержать меня лайком и подписаться на канал, и поставить также колокольчик. Всем спасибо, приятного просмотра. Короче, ребятки, здорово, как вы видите, да, я обновил свою Android, и, как вы видите, у меня тут уже AirScreen появился, то есть вот там, да, все фичи Samsung. Так, ну и хочу вам продемонстрировать, вот, то есть я половину всего, что вы сейчас видите, то есть я тупо своими руками сюда запилил вот этот Android, то есть поставил оригинальный TouchWiz, потому что когда я его установил, он вообще не такой был. Это изменил все иконки, поставил оригинальный TouchWiz, как на 7-м Samsung, да. Еще я добавил фичу здесь музыку с 9-го Самсунга, вот, то есть, смотрите. То есть, такая вот, да? Вот. Вот, как вы видите, она играет сейчас. Ну, короче, давайте посмотрим. Короче, вот, как вы видите, я зашел в 9-й асфальт наш. Вот, и... В принципе... Реально, прирост видно даже здесь. Кстати, вот эти фичи не уходят. То есть, как вы видите, они постоянно на экране. Например, если вам там Viber надо зайти куда-то во время игры, то есть можно прям во время игры это сделать. Никто вам не запретит. Так. Убираем машину. Ладно, Эва. Давай, Эва. Не подведи. Сейчас посмотрим, насколько улучшился перформанс нашего девайса на 7-ке. Что у всех уже 7-й Android, и только у меня 6-й Android, потому что когда я купил этот телефон, у меня самый новый Android был 6-й. Прошел, короче, прошло 1,5 года, все уже пересели на 7-ку, только я остался на 6-ке. Ну так, смотри, в принципе, это не хреново. Что у меня за устройство такое? У меня Samsung Galaxy S8. Он еще относится к разряду бюджетных телефонов. Так, для справочки говорю. Тут, если что, GPU у меня одноядерное, одно ядро всего у меня на видеокарте, здесь точнее на видеоядре. Да. Поэтому может как видите немножко подлагивать. Вот в Шанхае, кстати, FPS нормальный. Я вам так скажу. Вот в Шанхае на нем можно поговорить. Ну, сейчас посмотрим. Это без записи экрана я тестировал. Сейчас посмотрим запись экрана. Вы понимаете просто, что вот эта вся суть теста заключается в тесте операционки и сравнении между 6-й Android и 7-й Android. А то, что тест телефона, это я делаю вот так. Вот смотрите, вот, FPS нормальный, еще более или менее.
Я надеюсь, всем понравился мой видосик, и вы обязательно поставите лайк, потому что куча уроков задают, и просто нету времени делать новые видео, поэтому, грубо говоря, на этот год я канал забросил, одним словом. Может быть, еще на Новый год будет. Кстати, на Новый год обязательно стримы будут, так что заходите, смотрите, ставьте лайки, показывайте видео друзьям, и всем спасибо за просмотр, всем пока!